Уважаемые мариупольцы, просим вашей поддержки для восстановления наших требований и нашего мнения города Мариуполя. Хочу также сообщить о вчерашнем ЧП, произошедшем в палаточном городке возле горисполкома. Молодые ребята, которые были агрессивно настроены, через дорогу пытались кинуть сюда бутылки и камни с зажигательной смесью. Вчера примерно в 8 часов вечера была травмирована женщина. Один из этих молодых людей кинул в нее камень и разбил ей лицо. Была вызвана скорая помощь, оказана медицинская помощь. Женщина, по-моему, госпитализирована. Также ночью, примерно во сколько лет? Примерно, наверное, 4 часа. 4 часа утра. Говори, рассказывай. 4 часа утра. Были мы, кинули мы, короче, трое молодых ребят. Коктейль Молотова называется. Да, коктейль Молотова. Кинули мы, короче. Два именно разбилось, но получилось. Не долетело. Пробки именно, короче, вылетели именно к нам сюда, именно, а бутылки разбились на дороге. И также третьи мы забрали. Но они было, также пытались их задержать, но ребята тут в связи с тем, что ограждение, ребята не сумели их догнать. Просим мариупольцев и жителей города активно приходить к палаточному городку круглосуточно. Если есть желающие помочь городу Донецку. Нужна сила. Женщины, мужчины, пожалуйста, подходите. Отправка автобусами бесплатно. Питание бесплатно. На добровольных основах. И это также будет показано, что вы высказываете свое мнение, ради чего вы туда едете. Чтобы не говорили украинские и другие СМИ, что тут все проплачено. Я хочу ответственно заявить, что здесь ни единой копейки никто никому не платит. Автобусы нанимаются, питание и все остальное. Это только гуманитарная помощь жителей города Мариуполя. За деньги, которые мы получаем от людей, есть бумаги, квитанции, что мы берем, как мы можем перед любым городом, жителям города Мариуполя отчитаться полностью до рубля, то есть до гривны. Стекла вот туда вот где-то, это, как бы до палатки не долетели, это же вот место, где взорвалась бутылка. Кирпичи, 6 человек, я знаю, что. 6 человек ушло и кинули все 6 кирпичей сюда и убежали, попали женщины.